Сегодня 30 января 2016 год, город Нерюнгри, Республика Саха, Якутия. Одиночный пикет возле кинотеатра «Октябрь». Здравствуйте. Добрый день. Скажите пару слов, зачем вы здесь стоите, для чего в такой мороз? И что вы хотите этим сказать? 31 января проводится общероссийская акция «Национально-освободительное движение» для информирования населения о том, что консалтинговые и аудиторские компании, которые вроде как советники, по сути управляют нашей страной, не президент, а иностранные компании. Вот. Надо информировать население, народ о том, что не глава в нашей стране управляет, а пятая колонна называемая. Пятая колонна в лице этих компаний, консалтинга? Этих компаний, чиновников, некоторых олигархов, не некоторых, основной массы. Целая чиновничья машина, пятая колонна. Пятая колонна — это термин, введенный генералом испанским Эмилио де Моля. Ну, вы прекрасно об этом все знаете. Можно вашу листовку посмотрю? Пожалуйста. Чрезвычайные полномочия главе государства. Владимиру Владимировичу Путину. Все, спасибо. Пожалуйста.